Ну что, давай одеваться. Всем доброго утра. Все проснулись. Как все? Все? Я еще не проснулся. А у папы сегодня праздничный день. Ты в отпуске. Сам не понял, да? Глянь, глянь, нахуй. Так, давай, красопеты вы мои. Вот ты видела какое? Сказали, это хороший. Да? Ну, а, толстый кабель? Ну, он, правда, в машине. Он быстро, наверное, заряжает. Mm. Я тебе что сказал делать? Так, ну что, мы позавтракали с Григорием. Сейчас буду собирать сумку Сержине, потому что он уезжает на неделю в Ейск. Мы будем с мальчишками сами. Вот. Хочет помочь родителям. Отпуск у него 2 недели. Первую неделю он в Ейск поедет, ну, в Камышеватскую, а на вторую неделю будем дома. Что-то делать с ним, придумывать себе, искать себе работу. Вот. И потом поедем еще бабушке 80 лет, поедем уже 28 октября в Камышеватскую всей семьей. Там Гриша останется на неделю на каникулы. Так что сейчас одеваюсь, привожу себя в порядок и иду. Сижу не собирать сумку в Камышеватку. Давай, я в 4-й паркрайд тут играю. Радости, да? Давай, Гришенька, 5 минут и все. Доделывай свои миссии. 4 тысячи. Ого. А, еще 4500. Вроде солнце прям ярко, а тут бах и тучи оттуда. Ну, видишь, да. Как нападение оттуда прям. Самолет и все такое нападение. Так я уже Сержине вещи собрала в Камышеватку, в основном все домашние. А зачем? И чё, ну папа же сейчас поедет в Камышеватку, девушке Лёше там будет что-то помогать. А 28-го нельзя поехать? Ну 28-го же мы уже на день рождения поедем, она недельку поедет, поможет там. Папа, бери меня с собой, я пропущу искать школу буду, мне все равно. Да, конечно, давай иди, помоги мне. Так что в основном все теплое, шапки, куртки. Можно тут вообще чуть посижу? Обувь. Гриша, ты еще ничего не сделал для того, чтобы посидеть. Давай, пожалуйста, ну, помоги. Ну ты пойми, ну в компьютере. Помоги мне, пожалуйста. Сейчас. Смотрим новости, кушаем обеды. Чисти рыбу. Меня больше? Не Гриша, почистишь. Рыбу? Сейчас папа почистит. Это мы про это. Про Хворостовского. Следование сделано. Хворостовский отменяет гастроли. Едва болезнь отступает, едет на родину. Первый же концерт. Большой, благотворительный, ради тех, кому нужна помощь. Страдания на глазах. Ну да, это же были слухи в интернете, мы же прочитали, да, что он умер в комсомолке, кто-то написал, что Хворостовский скончался. Ну, почему не отвечают за такие... Ну да. Теперь уже папа сел по очереди. Я лучше пусть Far Cry пройду. Да? Так, пошли одеваться, Григорий. У меня есть неделя, чтобы пройти Far Cry. Да. В воскресенье папа приедет, и у меня есть неделя. Так, давай приду одеваться. Приду со школы, буду Нет. пытаться. А почему? Григорий. Если пятерку заработаю. Не начинай. Если не пятерка, здесь пятерка. Давай одеваться. А что тебе не нравится? Гляньте, как красиво. Я вообще не могу. Какие красивые тучи. Я просто балдею. Гляньте, сколько тут голубей засело. Я уже домой еду, Гришку отвезла. Так, я заехала в Сангистиль, купила свои любимые вот такие вот салфетки. Ну, то есть я их как тряпочки и на кухне использую. Вообще пыль протирать очень круто. И они как только перестают мне нравиться, вот я их сразу же выкидываю. Так, еще здесь у нас домашние курочки. Ну, не только нам только 3 штучки. Маме 2. Вот 2 штуки на 950 рублей получается. И по 3 штуки. Ну, вот 3 на 1300 одни, а другие на 1280. Так что будем, в общем, их разделывать. Что я еще купила? Еще где-то какие-то судочки купила. Что-то я их только потеряла. В общем, какие-то еще судочки. Найду, покажу. Вот такие вот контейнеры. По 1 литру.
Я в башке Галя такие видела. Я вот сейчас сам дистиль увидела, что они продаются. Их 35 штучек. Они достаточно удобные. Мне они нравятся. Так что взяла себе, попробую. Еще не знаю, куда буду точно использовать, но думаю, что такая штука пригодится. Поняла, Маня. Поняла. Давай, Антоша, одеваемся. Маргаритин фарм, да? Красивый. Хорошо? Маргарита, ты слышишь меня? Держи же свой листик, зайчик. Тебе же нужно дома докрасить и потом принести Татьяне Леонидовне, да? Ты понесешь, только не урони, Афоня, а то тут лужи. И не помни, да. Так, что у нас сегодня было интересного в садике? Что? Музыкальное занятие, да? Так, мы все, уже приехали домой, потом нам еще на карате. Вот так вот дети наши издеваются над этими петухами. Афоня вот одному вообще разбил голову, стучал ими. В общем, чупа-чупсы еще понимают, а вот леденцы на палочках как-то не особенно. Вот так, но один Афоня все-таки съел. Это ты так? Да. Понятно. Так, возьми салфеточку и вытри себе бороду, пожалуйста. Нет, не об рукав, а салфеточкой вот так можно. Я больше не хочу. Все, ты накушался? Ну, иди играй тогда. Теперь я могу, да. Мы сегодня доедаем все, а попозже приготовим макарошки, да? Да. Купи соуса какого-нибудь. Хорошо. Так, ну что, Гришу я отвезла. Сейчас буду заниматься курями, буду их разделывать на составляющие, на суп, на второе. В общем, как всегда, все по пакетикам и в морозилку. Так, ну что, разделала я 3 курочки. Тут у меня вот такая вот горка мяса получилась. Сейчас надо все разбирать, что на суп, что на второе. В общем, быстренько все выключаю, то выглядит это, конечно. Пойдем. Так, все. Мы уже дома. Да, папа? Мы тут пытаемся, а папа, может, еще на маму загуглить его слово. Да, то мы не знаем, что говорит нам Афонь. Молоко? Молоко хочешь? Со звездочками? Только молоко. А, просто звездочки? Да. На тебе звездочки. Все, я пошла Рекса сейчас покормлю. Объясни, что это такое, сынок. 2017-й Людмила Валентинова говорил, объявлен год экологии, вот сделали. Это вы сегодня делали, а что это за тема? Ну, на каком уроке? Ну, третий. Это какой? Ну, третий урок. Технолог. А, это технология, да? Угу. Ствол, листья и эти корни. Угу. Здорово, теперь давай английский отправлять Виолетте. Что-то они вообще. Ну да.